Юбинк-младший, недооценил ли я Гроувса? Возможно, Крис Юбинк-младший прокомментировал поражение от Джорджа Гроувса в полуфинальном поединке WBSS. Бывший обладатель пояса чемпиона мира по версии Айбоу во втором среднем весе Крис Юбинк-младший поделился впечатлениями от поражения от Джорджа Гроувса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии WBSS, признав, что возможной причиной неудачи стала недооценка соперника. «Я прессинговал на протяжении всего боя и постоянно шел вперед. Рассечение мне мешало, но такое бывает, и с этим нужно уметь справляться. Недооценил ли я Гроувса? Возможно», — приводит слова Юбинка-младшего Бак Син Син. Напомним, встреча завершилась победой Гроувса единогласным решением судей. 117-112, 116-112, 115-113. Таким образом, теперь Джордж владеет двумя поясами чемпиона мира во втором среднем весе, в БА, Супер и Айбоу. В финале он встретится с победителем поединка Каллум Смит, Юрген Бремер. Смотри также видео боя Джордж Гроувс, Крис Юбинк. Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram по материалам сайта newsgro.com.